Вы сказали, что российский народ не знает правды о чеченской войне. Но я скажу, что более того, многие, если не большинство россиян, ставят в заслугу господину Путину именно умиротворение и покорение Кавказа. В этом плане Чечня считается одним из его главных достижений. Что бы вы сказали вот этим людям? Вы знаете, очень сложно что-то сказать людям, которые запутаны и которые слушают ежедневно ложь официальных каналов, официальные версии. Очень трудно разбудить в них правду и желание что-то узнать, потому что многих психика не выдерживает, им просто легче сказать, что то, что я говорю, неправда, то, что я пишу. Но я все же надеюсь, что будут такие пытливые умы, для которых подлинная история важна. И на самом деле главная моя идея издания этой книги и последующих частей дневника – что люди должны понять, что войны допускать нельзя –